С 1 по 4 июля в Бишкеке прошел чемпионат мира по деревому спорту. Более 300 спортсменов собрались выявить сильнейших в своих весовых категориях. В состязании приняли участие 13 североказахстанцев. Четверо из них вернулись с победой, удостоившись титула чемпион мира. Подробнее расскажет наш корреспондент Малика Кайрат. Чемпионат мира по гиревому спорту среди юношей до 16 и до 18 лет прошел в городе Бишкек, Кыргызской республики. В нем приняли участие 8 стран – Казахстан, Россия, Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан, Индия, Пакистан и Монголия. В общекомандном зачете Казахстан занял 2-е место. От республики Казахстан принимало участие порядка 40 человек. Каждый был отбирался в своей весовой категории на чемпионатах страны. То есть без лицензии ребята туда не выезжали. Все ребята достойные, которые показали результаты, отобрались на чемпионатах страны. Это в феврале и в марте месяце. Наши ребята впервые принимали участие на таком чемпионате мира, так как всегда были трудности выехать. Тем более все знаем, что за эти 2 года практически никуда не выезжали. И после того, как открылись границы, и несмотря на то, вернее, что в соседней республике проводился чемпионат мира, мы выбрались большим составом, большим количеством ребят. Алмаз Исенов, курсант 1-го курса Академии национальной гвардии, выступил в составе национальной сборной Казахстана. Спортсмен стал мастером спорта весовой категории 68 килограммов. Алмаз шел к этой победе порядка 4 лет. В будущем чемпион планирует выполнить норматив мастера спорта международного класса. Соревнования проходили 4 дня. Первый день было взвешивание. Второй, третий день проходили сами соревнования. То есть я участвовал по дисциплине толчок. И самыми сильными противниками были белорусы и россияне. Россияне являются, как сказать, номером один в мире по этому спорту, так как они с детства начинают заниматься и показывают свою высокую подготовку. Конечно, приятно то, что оказывают такую поддержку. Это имеет очень большое влияние на человека, как морально, так и психологически, заставляет идти дальше. Стоит отметить, что наши спортсмены впервые приняли участие на чемпионате мира. Малика Кайрат, Михаил Казначеев, служба новостей.